Творческая студия Фронда представляет. Какого черта здесь делает чужак? Конорин, какого черта? Это наш новый участник. Вы же просили нового участника. Ну что, думаете, здесь урок по изучению языка? Зачем ты привела сюда чужака? Что? Чанрель, откуда ты? Я приехал из Узбекистана. Узбек? Получается, приехал издалека. Похоже, моя подопечная неправильно выбирает людей. Извини, но ты не можешь. Сонбэ, почему ты запрещаешь, если не слышал его? Разве это нормально? Хонрин, что подумают люди, если мы возьмем его? Они подумают, что мы участвуем, чтобы продвигать мультикультуру. Они взяли бедного паренька, чтобы давить на жалость. Ты не представляла, что подумают люди? Чанрель. Разве не гадко думать о людях подобным образом? Да, конечно, это зло. Но все живут с такими мыслями. В любом случае, не могу пить вместе с ним, так что вышвырните его. Эй, у тебя хорошая реакция. Что ты здесь делаешь? Это твое любимое место? Почему на твоем лице нотки отчаяния? Это все из-за слов Санбэ Чанрёля? То, что сказал Санбэ Чанрёль, правда. Люди жалеют таких бедняков, как я. Я не могу вступить в клуб. Тебе так важно мнение других? Они говорят, что попало, потому что это не относится к делу. Эй, люди не уделяют много внимания другим, потому что они заботятся только о себе. Я боюсь стоять перед людьми. Я стал центром внимания. Еще у меня боязнь сцены. Эй, есть ли кто-то, кто не боится стоять на сцене? Чону рассказывал, что когда Чанрёль был в первом классе, на сцене его челюсть была скованной. В любом случае, теперь ты член нашей команды, так что не думай отпираться. После классного часа приходи в музыкальный класс. Сэр, вы в курсе, что в наш клуб вступил иностранец? Не чужак, а Хари. Зачем вы согласились на это? Что значит зачем? Нужно было добавить участника, чтобы вы, ребята, смогли выступить на сцене. И как это выглядит? Как выглядит? Найдется ли что-нибудь еще, кроме симпатии людей? Мы должны соревноваться с талантами, а не сочувствующими людьми. Это и называется конкуренция с талантами. С тем, что люди не будут судить о вашей внешности и жалости. Мы-то сумеем это сделать, но люди, которые не могут сделать ничего. Вы слышали, как он поет? Хоть я не слышал, но думаю, что он не может. Неважно, кореец это или нет, если у него нет таланта. Если у вас нет таланта, можно усердно тренироваться. Когда к вам присоединилась Арин, она тоже была неодаренной. Тогда почему ее приняли? Практикуйте с ним так же, как с Арин. В любом случае, это ваше последнее соревнование. Теперь прощаемся, впереди ждет много работы. Пожалуйста, поддерживай наш вокальный клуб все это время. Несмотря на то, что я хочу быть здесь, Санбэ Чанрёль все еще ненавидит меня. Не волнуйся, мы уговорим его. Кто сказал, что уговорит меня? Чужак. Попробуй спеть. Биллион, биллион, биллион. Пожалуйста, спой на корейском. Мы не будем петь русские песни. Достаточно. Сначала до конца повторяется. И чувствуется, что его вокал не на должном уровне. И какую песню ты решил показать? Как старомодно. Извините, неважно. Ты уверен, что сможешь справиться с уроками по вокалу? Будет очень трудно.
Что поделать? Так ты хочешь присоединиться? Я присоединяюсь. Седьмого занятие с Хари, 26-й выходной с Хари, 24-25-е практиковаться произношение и запоминание текста, 23-е вступление Хари. Добро пожаловать в тюрьму. Ты теперь самый младший, поэтому каждое утро должен убирать класс для занятий. Также ответственно подойди к работе над произношением. Изучи текст. Таким образом, прочувствуй смысл, заложенный в песню. Ачими омян. Эсари мугава. Сумкоман сипа. Онэльдо. Ачими омян. Эсари мугава. Сумкоман сипа. О, ты тренируешься? Быстро переходим к практике с инструментами. У нас нет времени. Сегодня ты хорош как никогда. Просто подстройся под ритм. Кто вы? Ребят, это вы учитесь у мистера Хенменхана? Чего смотришь? Ты иностранец? Релиз озвучен творческой студией Фронда. За перевод спасибо фансаб-группе «Соломон». Роли озвучивали Without Doubts и Офелия. Работу со звуком Акроликс. Спасибо за просмотр. Арина, ты не можешь.